Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hard Reset Info, перед нами Motorola Moto G100. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве поменять размер шрифта. Для этого нам нужно зайти в настройки нашего телефона, выбрать пункт «Экран», нажать на «Дополнительно», пролистать вниз, увидеть размер шрифта и, теня этот ползунок вправо, мы можем увеличить размер шрифта, влево его уменьшить. Давайте, к примеру, поставлю себе крупный. Больше видео о данном девайсе ищите у нас на канале, а обязательно подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. До свидания.